Но не Южный двор, а Южный берег. Вот это я поправляю. Спасибо большое. Вы знаете, я хочу поблагодарить в первую очередь вот вас, взрослых, потому что вот я сейчас испытал огромное удовольствие. Я обошел все соседние дворы перед началом праздника, я посмотрел. Я вам хочу сказать спасибо, потому что вот таких дворов уютных, честно говоря, в Красноярске очень мало. И когда я вижу, что высажены цветы, что очень аккуратно, так скажем, содержится придворовая территория, вы знаете, это спасибо большое вам. Спасибо огромное. Потому что вот наша жизнь, наше детство, я себя помню, вот оно начинается со двора. Правда, это было 3 деревянных дома и 10 квартир всего, но все равно первое воспоминание – это двор. Поэтому отлично, что вот такое огромное количество детей, взрослых, я вам честно скажу, я давно такого не видел. Теперь немножечко все-таки о том, о взаимодействии власти, раз уж мы сегодня вот здесь накануне определенного события, все-таки о взаимодействии. Вот смотрите, все говорят, власть должна сделать, власть должна. Потом говорят, власть вот должна посадить цветы, потом их прополоть. Понимаете, ну нет, наверное, все-таки власть, конечно же, должна сделать капитальный ремонт двора, должна помочь благоустройством, ну а потом без вас, без жителей уже не обойтись. Поэтому вот давайте вместе, давайте для наших детей создавать праздник, давайте будем все-таки возрождать ту традицию, когда во дворе знакомятся сначала дети друг с другом, потом их родители, и это вот такой уютный двор. Спасибо большое.